Чаваш кино студии бужарни бе йыхташсем бурнаган тірлі тұрықра Чаваш кино күнезем ергелеші. Халхинджи кино сцезем Пензо облыжинджи Шырттанлы район не житреш. Кунда Азам Ахрыме Чаваш фильмізен күнезем ертреш. Шыл жүревре Чавашен күншулі тада мұхтавлы ендерсем жинден үйгерне кинокартинызен бе палаштардеш. Шеньял, Пить Мурзаель, Илем Гура, Эндриель. Азана Ялзинже, Пензо Облазинже, Чваш Сем, Ишла Бурнаш. Чваш Хенрень, Хназем, Кельникун, да и Чваш Сем, Женьяланах, Пузагуява. Хибердет, пер... Чевашангизесин, Чебоксарбангизесин, Межиндезесин, совсем недавно Губул Загарига, Перлеш Загарим, Чеваш Сембенди. Хальчень полный был, за те земли, за не земли, еще не Чевашла, Чеваша, но кончи хламар. Халяга, Юрий Зенья, где были перебер, книги Зенья, вула были перхали. Херле Денисре, Юман, Хурон Шиве, Тивлетлих, Авалги Адал Вартонлахе. Пензо облазинде Чваш кино кунезинде шабах шак фильм зене гдартрыш. Унда Чваш халыхин кунжулинде пельдерышле пулуми зене гдартна. Самахран Херле Денисре фильмра граждан Варжине Чваш автономии облази Ергелене Тапхара сынланна. Они мотивируют необходимость создания Татаро-Башкирской республики тем, что она будет светочем коммунизма для всех мусульман мира. А как же интересы чувашского народа? Пензо облазинже киногдартынбе бірлех Чуваш киноэшченезем кебір теллев бурнышланы. Везем кунды Чувашсем юрлаган юрзине югерзейлі. Когнадамар, Азамат, Ахаяста да пилеш фольклор ушканезем Турции шыржевинже бурнаган Чувашсен юрзиненде юрлазабаны. Истамбул раме кленче Шагы был тәлемелі бұзып пұямлық. Она немелі ұлттын бада, ағақ бада, мерден беде везейместен. Вот шаг ру, она білет. Енденде візем, шақ на дүрлама бірақ дек, шаг юрызем, халапсем, өмірліге, чавашран шуғаласа, варай бір пейдет чуғын халық бұлзе олат бір. Ну, маях полмасть, чваш кино гунезем туда станраиртниче. Халяга, пенза, чваш зем кино урла, тван халах историне, елы ергине, мухтавлы ыблне херне, шивахрах пельме балдардиш. Кергуне вара, чваш кино гунезене, пушкар республикинде, дада Ульяновск облазинде, ептерме балардаш. Республика Гларамвали, Алексей Зотиков, Олег Цыпленков.